Ну что, ребята, всем привет. Я слегка это самое остудил пукан, и теперь я готов снова пытаться проходить тут местных боссов. Давай нас что сделаем. Сначала полетим к той гигантской каменной табличке. Там ребята подсказали, что делать. В общем, надо там просто по этим его клешням бить. Там какая история. У него на руках какие-то кристаллы или что-то типа такого. Нужно просто ждать, пока он произведет атаку, после чего просто бьешь его и все. Конечно, говорят, босс кривущий, у многих жопа на нем сгорела, но, в принципе, я не удивлен, учитывая, что... А, то есть тут невидимая стена, да? Ты хочешь мне так сказать, да? И что я должен здесь делать? Подождите-ка. А где он был-то? Вот рядом с ним бы еще поставили чекпоинт, ну, смотри. Невидимая стена. Круто. И что там, где там? Это там мы были, подожди, стой, стой. Что-то я уже, видишь, заблудился опять. А здесь что-то есть, не? Это что такое? А, смотри, еще один Poison Chief. Давайте его гасить. Тихо живем. А, я сбил меня этот, как его... Вы поняли. В сторону. Да что ж такое, а? Главное, сейчас главное не погибнуть, потому что прикол в том, что я хер знает потом, как его искать здесь. Подлечусь сначала лучше. Да подожди ты, вот, есть. Есть, получилось так хорошо. Их тут вообще 4 штуки, этих Poison Chief'ов. И вот, считайте, я загасил уже второго. Сейчас давай, очищающий порошок. Дальше. Полетели куда-то еще, потому что я хрен знает, куда еще тут можно, блин, залететь. Ой, блин, так, давай сюда. Это был первый босс на сегодня. Сейчас здесь, именно в этой локации, по-моему, всего 12 боссов, мне сказали. Здесь, опять же, мы были, я просто не пойму. Мы летели там к водопаду, насколько я... Подожди. Он улетел? Жук этот. Не? Где-то вот там. Кажется, я услышу. Сейчас давайте взлетим повыше. Ну-ка, 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 и где ты? Здесь мы уже босса победили. Вот он. Сейчас он взлетает. И куда он полетит? Туда. Летим за ним. Надеюсь, босс не суперсложный, потому что у меня аптечек маловато. И теперь что нужно делать, я не понимаю. И что это такое? Слушай, может быть нужно нажимать, а не зажимать. Типа один раз нажал и все. Как вариант. Такое же тоже может быть, да? Ладно, хорошо, летим прямо наверх. Мы пролетаем вперед. Здесь? Что-то есть? Нет, что-то там даже с описанием, понимаешь? Вот даже с указанием местоположения. Черт! Во благо, что можно призвать. Типа вот сюда, может, здесь? А, да! Давай! Да я же нажимаю, блин.
Давай, давай. Я пока подлечусь. Где? Это что за херня? Так, давай вот так сделаем. Чтоб наверняка, да? Все уничтожено. Ну, в принципе, было просто. Хорошо, второй босс повержен. Мы нашли его. Дальше что у нас там идет по списку? Давайте смотреть уже по списку, потому что хер его зайдет, там кого найти можно. Poison Chief 1, которого хер найдешь. Опять же, Poison Chief 2, которого хрен найдешь. Полетели, короче, знаешь, куда? Сначала нужно, наверное, все же что сделать. Сумка. Перемещаемся к алтарю сейчас, чтобы восстановить здоровье и аптечки, после чего полетим к охранной табличке, да, я так понимаю, вот этот самый лучший вариант у нас будет. Теперь смотрим, что здесь можно делать. Какие там нужно эти самые лапы его бить, как это бьется, фиг его знает, сейчас будем разбираться. Ну давай, ну. Я жду тебя, атакуй. Просто, ну, выглядит, конечно, классно, я не спорю, но, типа, драться с этим, это очень, типа, нереально. Вон у него там какие-то, да, кристаллы есть. И что, и как я должен бить дальше? Хорошо. И потом что? И что? Типа, в чем смысл? Ну и подойди поближе, подхожу. Ну что я должен делать-то? Вот. Короче, я вообще не знаю, какая херня какая-то вообще совсем. Ну и чё? Ваншот, блядь. Какой... Это что за говно просто? Я... Зачем это было сделано? И вы даже, сука, рядом не поставили алтарь. Ну вот что это за говнище? Как я должен это проходить? А, во, что-то сработало наконец-таки. А что оно до этого не работало? И у меня заканчивается стамина, к слову. И что это было? Держу. Раз. Два. И третий прыжок станет последним. Хорошо. Испытание номер один пройдено. Теперь второе испытание. Thank you.
держим. Да в смысле? Почему у меня не хватает здоровья? Получилось. Вот. Splendid. With these silly strands, you're all the more like Wukong. Just don't prance around with your might as he did. That monkey's got a stash of treasures. I'll scout around some more. А мне вот просто интересно, а теперь типа я могу с ним подраться или что? Головной убор, роскошно, роскошно. Что он там дает? Использование заклинания недолго увеличивает шанс крит удара. Хорошо, ладно, пойдем дальше. Ну, здесь все у нас, в принципе, полное, я понимаю. Хорошо. Теперь нам что надо делать? Вот опять же, сижу с гайдом, прохожу, потому что здесь логики вообще ноль того, что происходит. Типа, только один босс появляется после выполнения вот этого, типа, после прохождения этого босса. То есть, до этого он не появится, блядь. И где я должен его искать, если его сразу не нашел? Так, ладно. Короче, что здесь нужно делать? Благо я успел и не разбился. Короче, нужно просто поближе к нему подбежать. Пускай он атакует. Стараться уходить из-под его рук. Давай. Лечимся. Просто если ему надо все хп снести, это часа на полтора. Ну и че? Ну полчаса там что-то раздубляет, ну это просто какое-то говно. Ну и... Я просто не успеваю даже добежать. Нихера. Это вообще странная какая-то хрень. Я не знаю, слушайте, гениально.
Да я ж подпрыгнул. Хотел подпрыгнуть, ладно, обманул вас немножко. Поднаебал. Я не успел добежать, давайте еще раз. А я, да я не успеваю добежать, алло. А, что-то плохо вообще. Ну что там? Это что такое было? Он даже не коснулся меня. Ну что за говно? Бежим. А, сейчас он еще раз ударит, а потом только... Да, блядь. Быстрее! Тебе нужно текать, да? Что дальше? Во! Понял. Видимо, нужно как-то подняться, да? Потому что все, он типа, видишь, сдох, кажется. Че, блядь, это весь босс? Серьезно? Говнище какое-то, честно скажу вам. О, смотри. Знакомая рожа. А, это еще не конец? Или еще что-то будет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Осознание. Ага, вот теперь у меня все собраны. И теперь я с этим могу что-то сделать. Короче, смотри, что мы сейчас будем делать. Давай-ка вот так вот. Все, осталось только... Там остался, по-моему, только... Кто у нас? Что развитие? Снаряжение. Сумка. Осталось у нас кто? Сейчас я скажу вам. Два Poison Chief'а нам осталось только завалить. И, короче, что там еще? Потом у нас появился Богомол... И, в общем-то, все. На, в этой локации все, боссов больше. Ну, типа, там, типа, секретный в третьей главе, но это потом уже. Да, получается дальше. Это что за херня?
А потом уже все, финальный босс. Короче, да, это, ребят, последняя серия. Перемещение, свиток, давай. Получается, мне сказали, эти пилюльки отдать вроде можно кому-то в лагере, чтобы он сделал какое-то вкусное лекарство. Давайте посмотрим. Изготовить лекарства, земные лекарства, что тут за прикол, подожди. Это не то. Изготовление. Небесное лекарство, навсегда увеличивающее максимальный запас здоровья. Но уже изготовил максимум, больше нельзя. Здесь можно, давай, это что у нас увеличивает ману? Просто что с этими глазами-то делать? По-моему, как раз таки, скажи тебе, скажу, по-моему, это ему нужно отдавать. Смотри. Магазин. Купить. Может, что-то купить у него теперь можно? Подожди, не вот так. Да нет. Пилюля возвращения души надолго дает возможность возродиться, не используя спасательный волосок. Обнуляет время перезарядки всех заклинаний. Кстати, прикольная штука. Наверное, стоит забрать, да? Were it not for you, brave one. Oh, many thanks for reuniting us here, brave one. This is a perfect place for my heart. I've long yearned to come back. Henceforth, brave one, come timely to fetch medicines. This is a token of my gratitude. Попросить лекарства. А вот, показать 5 скандх. How astounding it is. The 5 scandhs are but abstract notions. Yet you have made them tangible. Might I be permitted to make something with them? Да, изготовим пилюлю. Посмотрим, что будет. From yin and yang, 5 elements emerge. Each nature inherits its unique creation. Each form and body's a universe. Пилюля 5 скандх. Слабое небесное лекарство, увеличивающее несколько показателей. Ну, чуть-чуть повысили, да. Неплохо тоже, в общем-то. Попросить лекарства, ну-ка. My pills are reliable, but be wiser than relying solely on them. Прикольно. Ну ладно, все, да, мы добились того, чего хотели. Ты что-нибудь не можешь тут это самое прокачать, не знаю. Ну-ка. I've turned to drink since my descent. I thought I'd never see those friends again, but here I am, back to the painted realm. Now I'll drink with my friends in this hideaway. Who needs to fight for a journey? Отвары. А, ну типа тут можно заменить, я понял, да, магазин, купить, новое что-то появилось. Разноцветная бутыль. Последний глоток из бутыли ненадолго значительно усиливает атаку. Каждый глоток восстанавливает, ну вот, да, что-то новенькое. Угу. Да можно купить, чтобы было. А чё нет-то, в общем-то, если, да? Все, выкупим. 1000 дней пьянства. Каждый глоток восстанавливает 60% максимального запаса здоровья. Но в течение нескольких секунд опьянение мешает передвигаться. Ну, не очень. Использование бутыли снимает эффект 4 напастей. Слушай, неплохо. И это, наверное, я заберу. Да просто для коллекции уже. Yeah.
восстанавливает 30% здоровья и значительно увеличивает урон следующей атаки. Восстанавливает 60% максимального запаса здоровья, но в течение нескольких секунд опьянение мешает передвигаться. Тут только 3 добавки можно засунуть, да? Ну блин, там больше восстановления, просто 30 против 60. Я думаю, что лучше это все-таки, да? Теперь здесь. Использование бутыли мгновенно восстанавливает среднее количество концентрации. Ой, что это, что-то я... Вот так надо было. Ну, так пойдет, я думаю. Может, новый он сейчас скажет? Давайте проверим уже, напоследок. А, все, тут больше ничего. Так, что-то произошло. Я что-то летел и внезапно подлетел к желтому дереву, и тут что-то произошло. Это забавно. Богомол с изумрудным оружием. Ух ты. Ну давай посмотрим, что ты умеешь, богомол. И что-то как-то быстро мы его, это самое, довели до второй фазы. Я только начал, давай. Ты меня там не пугай, я не таких видел. И не таким пиздюлин раздавал, так что давай без этого. По-моему, понтов больше, слушай, давай прекращай. Поехали. Я готов. Давай! Все, а, он меня победил. Да ты прикалываешься прямо сейчас, серьезно? Там буквально на одну тычку оставалось. Ну это, понимаешь, классика. Это должно было произойти так или иначе. Давненько что-то не было таких ситуаций, но вот она произошла прямо сейчас. Ну, спасибо большое. Да, надо было просто перевоплотиться, наверное, в этого другого. Ну, в другую макаку, чтобы пройти все это. Давай.
Сейчас, сейчас поможем. Ну я опять же сейчас скипаю тогда, да, потому что это уже все было 20 раз, смысл. Так, скипаем. Так я же скипнул. Зачем вы мне показываете опять эту катсцену? Слушай, ну там же специально скип был. Ну что за херня? Вот этот странный момент. Типа я скипаю катсцены, хочу сразу драться. А не смотреть еще один раз кусок этой катсцены. Раз, два. Так, живем, подожди. Все, уничтожен. Ну, легко было. Это последняя часть сета. Рукавицы. Is it? I'm not a meat eater after all. I hope it didn't repulse you. Well, you fetched it. It wasn't all that bad, eh? Now that Wukong's armor set is complete, we should go to Water Curtain Cave. Come with me. Да ты погоди. Сначала надо найти этих чертовых Poison Chief'ов, которые, блядь, запрятаны хер поймешь где. Смотрим. Сейчас я пошел, ребят, искать. Давайте найду, включусь. Вот, нашел еще одного. Елки-палки, трындец, заколупался. Я даже не знаю, где я, ребят, не спрашивайте. Без понятия. Стоять. Как так? Да какого хрена? Это был третий, остался последний. Ух, жесть какая-то. Ладно, пошел искать его дальше. Хотя бы намеки сейчас найду какие-то.
Вот, нашел, капец, блин, еле это самое. Отыскал, заколупался. Как же тяжело, благо, что это последний. Что ты делаешь? Получилось, все. Это был последний босс. Опциональный. Теперь, в общем-то, мы можем смело двигаться к финальному боссу, да? Все, давайте полетели. Ура, наконец-таки все, мы закончили с этим. Потому что я реально заколупался летать. Я не знаю, чья это была идея, но идея максимально идиотская. Во, да, наконец-таки. Come from outsider. In my realm, all monkeys are of similar face and shape. Your face speaks of a different breed, and an ugly one. You must be a Yaogwai from another land. I've never ventured here since that journey. Nothing's changed after so many years. He said this and told me to kneel. Right here on this seat. Ah, here it is. I knew it. Wukong is tight-fisted, even Guan Yin agrees so. He kept it here so it could be passed down to another one of his kind. Now it's time for you to try it, kid. А теперь еще и новый посох дают. Прикольно. А что он делает, так ведь? Если меньше 1000 урон наносит в секунду, то он не нужен мне. Ну, давайте. Thank you.
Once you have this, there's no turning back. Now, you look exactly like Wukong. You're all set, kid. You look like a fierce warrior. Come with me. Let's find out what that old monkey is up to. Дзинь-губан. Этот кусок железа, он убивает с одного удара. Любое касание сдирает кожу, а самый слабый удар разрывает мышцы. Вау. Настолько ли он хорош? Что-то я сильно сомневаюсь. Ну-ка. Четвертое. Очко концентрации долго остается активным и не исчезает со временем. Ну, допустим. А по урону что? Подожди, стоять. Ну типа да, по урону он самый лучший. Во, наконец-таки, да. Peak eyes just ahead. Let's be on our way. Давай сейчас прокачаемся сразу. Развитие, разжечь искры и смотрим. Стойки с посохом. Вот что-то еще здесь, видишь, стойка столпа. Давай вот так сделаем. Потом подожди-ка. Основные. С каждым уровнем таланта увеличивает прирост очков концентрации от идеальных уклонений. С каждым уровнем таланта значительно повышает скорость восстановления выносливости при запасе здоровья больше 50%. Все. Хорошо, это что такое? С каждым уровнем таланта уменьшает затрату выносливости на ускорение. Ну, это, в принципе, не особо-то важно. Ну что, я готов? Пожелайте мне удачи. Только один момент. Усилить духов. Я могу же это сделать, да? Я же прокачал своего духа на максимум уже или нет? Где мой дух-то? Вот он. Да, все. Лучше его уже не сделаешь. Все, тогда погнали. Заметьте, даже иконка изменилась. Вы видите там справа снизу? Да их обязательно убивать нужно? Они даже дамага особого не наносят. Надеюсь, каждый раз не придется так высоко подниматься. И там будет еще типа контрольная точка. Или сразу с босса будем начинать, фиг его знает, посмотрим. Нинусет очень красивый, мне он нравится. О, ну это я понимаю, другой разговор. Это прям сильно ускорит процесс. Ну я ладно, пробегу просто мимо них тоже, потому что не вижу смысла с ними драться. Просто время мое теряют. Визуально враги, конечно, красивые, но драться неинтересно вообще. Они тупые вообще. Здоровья мало вообще совсем уж.
А, блин, опять они достали, слушай. Бежим, бежим, ничего не это самое. Я даже лечиться не буду. Мне кажется, в начале боя с боссом финальным, скорее всего, здоровье восстановится. И куда-то мы в итоге пришли, в пещеру очередную, да? Но нам нужно на вершину горы. Видимо, там все и закончится. Опять же, напоминаю, да, что секретного босса мы будем убивать после финального. Только так мы сможем посмотреть обе концовки. Потом просто после загрузки нас откинет обратно. Моя любимая. Сквозь эти мелкие всякие эти узкие проходы пролезать, блин. Надеюсь, скоро от этого откажется. Слушайте, потому что, наверное, уже невыносимо становится. Мне уже кумарит от этого. Тут прям видно, что это загрузка, как бы, да, потому что там вот когда начинаешь проходить, у тебя прям приз такой чувствуется. Ощутимый. Ну просто есть же более изящные способы загрузок, а? Ну, красиво, конечно. Вот визуально прям очень-очень красивый лес. И вообще классно сделано. Прям глаз радуется. Левый. Вон, да, алтарь я уже вижу последний. Наверное, знаешь, что я сейчас сделаю? А хотя ладно, пойдем. Потом, если что, попробуем. Просто думал талисман запрета сразу поставить. Итак, посмотрим. Что нас там будет ждать веселенького? Ну, говорят, босс чудовищно сложный. Как и секретный, еще сложнее. Это просто какое-то издевательство там в плане. Не знаю, получится все это за один день записать, но я постараюсь. You're here. We're here. Step aboard. Hey, old monkey. I hope this isn't a one-way trip, is it? Isn't all life a one-way trip? Once you embark on the journey, there's no turning back. Ah, what is this place? His memories. He'd had an eye for the finer things, and a will to wrest them from others. Laying his eyes on, then craving to seize their riches. No better than the black bear and Jinsha, I say. He can't have an eye for the finer things, while the Buddha oversees the three realms. Well, I hardly think that's fair. How insatiable. Not content with his kingdom and title below,
He asked for a position in the celestial court. But soon after his wish was granted, his joy turned to rage, all because he wasn't invited to a feast. He nearly ruined the entire celestial palace. Ears fume at unfavorable news. As untamed and ungrateful as that yellow rat. Well, beasts are beasts, don't you think? He was young. He didn't know any better. Hadn't learned from the Buddha or our master yet. Aren't you being a bit harsh? Dredging up the scandals from his youth? Like his adulthood was any better. Since his release, he had claimed to have learned manners and discipline. Yet his wee Frankenchurcher gave him away. Posing as an idol, he degraded the gods. Clear was his defiance of the doctrines he had learned. Well, he was just being naughty. Aren't all great achievers somewhat self-obsessed? Myself included. Nose in the air, feeling above others. I say he was no less insolent than that yellow-browed brat. Wait, isn't it that... the lady of some sort? It was her tricks that made Master drive Wukong away. On White Tiger Ridge, he forsook his love. Three times he broke her into pieces, convincing himself his heart would ache no more. Yet, as you must know, he had never let go of her. Otherwise, he wouldn't have been so eager to get away from the Buddhahood he attained. Those who talk much of love will one day bite their tongues. On this matter, he was akin to you and your many darlings. No matter where you are, you'd always fall captive to the web of mortal desire. Why bring me into this? True, I don't have the wits to break the web, but he had torn his way out since that day. Take a look, Bajie. Can you see? Many of your good friends are here. We're just fair-weather friends, that's all. But they are still friends, aren't they? So you say, so it must be. These old buddies. I think none of them ended up well. Indeed. For ages, countless gifted souls have walked this earth. Yet of them, how few have forged everlasting greatness? Do you know why? Injustice? Never has it been just. Misfortune? Fortune is simply humility in the mighty. Well, mayhaps. They simply lacked my charm. Gifted they may be, yet strive they not. Content with little and lost in lust. Seek the ease, yet crave the renown. They yearn for freedom, yet aspire to Buddhahood. They always want both. Yet nobody can, and nobody should. Such was the folly of the Bull King and Wukong. Destiny's favor calls for the resolution to sever all desires. You should mark well these words. Hold on. This can't be Wukong's memory. You're fooling us, aren't you? Five of the six relics call for one. Bajie, tell me which. Eye, ear, nose, tongue, body, and mind. Mind, it's mind. What did you just see? The three of us? That was the last one. I see now. It was you.
I knew it from the beginning. You were the mind of Wukong all along. That's why you led us here. Not me. It's him. Don't make me laugh. Him? He is Wukong. Yes and no. Cut to the chase, will you? We didn't come this far for your riddles. After Wukong died, five of his six senses endured and were taken by the Yao Guai kings. Only his mind was lost. Mind is the first of the six. It's the essence unique to every life. Therefore, it's destined to fade away at life's end. Hold on. You mean Wukong's gone for good, never to return? You old bastard! You've been lying to us all this time! That Wukong you knew will never return. But what made him remains. The universe will always bear him a successor. One who shall carry on his name and nature. This chosen successor is the destined one. Nameless you were, yet perils and mighty foes you've braved to recover his relics. Your will now stands resolute, worthy of his power. You mean this boy is to take Wukong's name? He's not! Sun Wukong is long gone! But deep down, you know he wasn't all that perfect. Now that he is dead, this one, perhaps, shall bear the name in his stead. Вот как получается. Я думал, что это был один из его двойников. Значит, теория была неверна. Это совершенно другая обезьяна. Here we can venture forth with you no further. This task is yours alone. Sun Wukong left behind a broken shell, stripped of all his six senses. Though ages have passed, it maintains a connection attuned to the echoes of his former self. If you truly are the one destined, you must cast aside his soulless shell and merge the six into one. Then, you shall be the one to begin the journey anew. No, not on his own. He's just a kid who knows nothing. I'll go with him. This place is shaped by Wukong's lingering obsession. It allows only his relic bearer to face the final ordeal. We can escort him no more. See it for yourself. Hear me, son! You can always run! You don't have to bear Wukong's name! Что-то он здоровый, трындец, он поменьше. Сейчас камера ракурс поменяла, и что-то как-то стало не по себе немножко. Ну ладно, обезьяны, поехали. Зацепил разок, ничего страшного. Так, что-то новое. Ай. Ай.
Опа, исчез. Это как? Ух ты, ни хрена себе, прикольно было. Так, это была только первая фаза. Ну, в принципе, ожидаемо. Но первая фаза довольно легкая. Допустим. Это что за приколы? Так, что-то я пока не понимаю, что с ним делать. Это что за приколы? В смысле, их теперь две? Это типа вообще законно, нет? А, вот получается потом такая атака. Хорошо, я понимаю. Долго думал. Какого хрена? Так, я понял тебя. Так, давай вот так сделаем. Получилось, ни хрена, с первого раза. Фух, ну босс просто шикарен. Просто великолепен. Но опять же, там не было того, что я победил. Это, скорее всего, только начало, да. Это только начало.
Ну, собственно, что я следовало ожидать. Там еще третья фаза сейчас будет, что ли, серьезно? Надеюсь, там чекпоинт хотя бы был. Ого, все. Нам пиздец, да? Останки великого мудреца. Но это же другой босс, поэтому, скорее всего, чекпоинт был. Ну давай, давай. Поехали. У него тоже две полоски? Или одна все же? Или не повезло все же? Хорошо было. Что это такое? Живем, подожди. Тихо, давай, один удар. Есть. Ну, это была только первая фаза. Слишком мало здоровья, не верю. А кто кого-то хоть... Меня, что ли, победили? Да. А теперь я еще без сил буду с ним драться? Серьезно? Это же нечестно. Или он сейчас тоже будет это использовать против меня? Это было бы забавно. Ну это вот уже плохо. Сейчас начнет. Хорошо, что делаем? Что-то да, он там разозлился, я смотрю. А, посмотри, видишь, какой прикол? Живем. О, серьезно? Подожди. Да ёб твою за ногу, серьезно? Я не знаю, как его убивать. Чё, охеревший, слышь? Да ты прикалываешь, слушай, он просто меня этими
своими этими захватами херачит и все. Да давай! Что мне с тобой, сука, делать? Да ебать, уже жесть. Ладно. Потанцуем. Назад. Тихо, ждем. Быстрее. Какого хрена? Да это нечестно! Ты чё, еб... Сука. Нет, блядь! Да ты пиздец прикалываешься. Я почти его добил с первой попытки, ты представляешь? И такое просто, эх, обидно было прямо сейчас. Я бы смог его сделать с первого раза. Короче, я понял, босс вообще великолепный, действительно, не соврали, отличный, прекрасный, восхитительный босс. Ну, конечно, да, такой потноватый, потноватый собака. Сейчас давай сделаем вот так, ой, сейчас давай сделаем вот так, активируем тут все-таки все дела вот эти вот. Ну что, поехали, я немножко передохнул специально. Это, видимо, сейчас опять мы с первой стадии начинаем, я правильно понимаю? Давай, вставай. А, ты представляешь, вот на второй фазе, конечно, да, тяжеловат. Сейчас мы его сделаем. Он, в принципе, типа, ну не прям суперсложный. В прошлый раз, конечно, я лучше дрался. Просто не совсем понимаю, как от некоторых атак уворачиваться. У него одна хп оставалась. Вы в смысле, блядь? Да, это было обидно прямо сейчас. Потанцуем, сучечка. Да я же нажимаю, блядь. Да какого... Да, блядь!
Все, так, первая стадия есть. Теперь вторая давайте. Ну, первая вообще легкая. Вот вторая вот там, конечно, с подляночкой. А, какого хрена? Живи. Да блин! Сейчас живем, подъем. Блять. Есть, получилось, охренеть, босс шикарнейший, конечно. Мне очень понравилось, интересный, очень интересный бой. То, что он еще и адаптирует, что-то новенькое прям, вот классно сделано, блин, восторг. Лучший босс игры, пока что. Секретного еще не видел, поэтому, ну вот пока что это лучший босс игры. Thank you.
You must have heard tales about him. Some say he helped Tongue Monk fetch the scriptures, was granted Buddhahood, and stayed on Mount Lingshan thereafter. Some say it was not him who was granted Buddhahood. The real him was already dead on the journey to the west. Some say that the journey never happened. He is nothing but a monkey who lives in some storyteller's tall tale. But now, you will hear a tale which no one has ever known. Типа, и что дальше? Типа, ну, вот, допустим, мы видим камень, в камне этот царь обезьян, и что? Ну, типа, это обычная концовка, сейчас посмотрим еще секретную, только я не знаю, пропускать сейчас титры не надо. Сейчас поглядим, если там что-то будет, то, наверное, не надо пропускать. Субтитры сделал DimaTorzok.
Это все титры? Серьезно? Это вот столько человек делало такую игру? А, нет, тут еще есть. Я уже что-то передумаю, типа, ну это же нереально. Только не знаю, что она тормозит. Титры тормозят почему-то. Короче, смотри, тут есть что. Войти в новый цикл. О, избранный, ты можешь начать следующие циклы и вновь совершить удивительное путешествие на запад. У тебя останется достигнутый уровень таланта, доспехи, оружие, заклинания, артефакты, превращения и новые и навыки душ, полученные в предыдущем цикле. Не сохраняется прогресс сюжета и связанные с этим ключевые предметы. Хорошо, подготовься. Противники, которых ты встретишь на сей раз, будут еще более грозными и коварными. Продолжить путешествие, войти в новый цикл, новое путешествие. Ну-ка, давай вот продолжить путешествие. Сейчас мы, по идее, отреспаемся около финального босса. И можно будет сейчас вернуться в третий акт, в секретную локацию, в пагоду, и посмотреть, что там меня будет ждать. Вот, да, видишь, все картины на месте, я так понимаю, да? И что надо сделать? Типа, куда идти-то, блин? Может, нужно подойти вот туда? Вон кто-то там стоит, кажется, да? Да, кто-то стоит. Ну, давайте. In his steps you've trod, from his eyes you've seen. The circle has led you back. Have you gleaned any truths? Long has an old friend waited for you. Destiny ripens. This last mural holds the key. Go forth. No one sees this myth more clearly than him. Тут сразу боссы будут или еще локация секретная? Подожди. Любопытненько. В сердце еще крепки старые узы, память горы Мэй. Ага, дали трофей просто. А, ну вы, наверное, видите сейчас на экране, что я вам объясняю. Тут еще, видимо, секретная локация, да?
Но говорят, босс прям жопу разрывающий. Некоторые на нем сидели там по 10 часов. Ух, надеюсь, у меня такого не будет, а то эта серия никогда не выйдет, блин. А то уже кажется, уже, знаешь, типа, уже немножко расслабился в том плане, что... И чё? Типа, уже немножко даже расслабился, типа, что основной сюжет-то я завершил уже, такой, и сижу уже, знаешь, типа, на расслабоне, как будто бы все уже кончено, но нифига не кончено. It's not over yet, да? Угу, вот у нас алтарь, и, видимо, вот там-то и завершится и эта локация. Идем. Ну, облака такие стрёмные, конечно. Какие-то спрайтовые, что ли, судя по виду. Да, начинается. Shame, I must greet you in this bitter cold without a hearty drink. It's no easy feat getting here. I know you didn't come to keep me company. In your heart there must be something you can't get over. Or someone you can't let go of. Same goes for me. I can't kill that monkey. No one can. Except himself. Это первый босс. But at last, I see. This is the only way. He had no choice. And neither did I. Ну давай, давай. А, долго. Ну и, конечно, тормозит почему-то в этом моменте игра. Выпьем. Это что такое? Опа. Не, а, он тоже так умеет, нифига себе. Нихера там дамаг. Тихо назад. Да ему похер. When he was dragged to the execution yard, sword and spear were dulled, cleaver and cudgel crumbled, and yet he emerged unscathed. But he gave his life to put you in this place. Let me see you a part.
divergence from his. Какого хрена? Как я промазал? Да, это пиздец какой-то, слушай. Что-то жесть. Я не знаю, он атакует. У него связки какие-то бесконечные. Здоровье, конечно, до хера. Ну, типа, не супер сложно пока что. Я думаю, что я не прям уж долго здесь буду залипать. Но опять же, это зависит от того, что дальше. Вдруг там еще там три полоски у него будет, блядь, тогда да. Тогда я хер знает, как это проходить. Да, это пиздец, слушай, я не понимаю. Надо было прыгать, ладно? Не работает. Да, это пиздец. Я не понимаю, как нужно отсюда вывернуть. Ну, как от этого уворачиваться. Ладно, хорошо, значит, надо что-то поменять. Чё-то пиздец. Я не знаю, как его убить. Я вообще не понимаю, что, как это можно пройти. Пока что. Да, блядь, тупанул, надо было не лечиться. Да какого, блядь, ну это ваншот, ну какого хуя, блядь? Бред сумасшедшего. Ладно, давай, последний раз, это точно последний раз сейчас будет. Типа у меня ж сет весь, какого хрена? Палка-то это что у нас? Атака, цингумбан. Это оно, да? Четвертый очко концентрации долго остается активным и не исчезает со временем. Ладно, разберемся, давайте еще разочек. Ну это, конечно, круг этот говна просто, нафиг надо. Хотя, опять же, у нас такой выбор-то есть. Либо круг говна, либо... Скажи, тебе скажу. Ну, господи, блять, уже все, уже настолько заебался, что паралич. Либо... Пиздец. Талисман запрета. Во, все. Что-то уже все, уже башка его соображает. Потому что выбор, в общем-то, невелик. Ну что это за тварь? Некрасиво получилось. А, что-то не работает.
swifter than shooting star. Clouds just hold. Это что за прикол? Что-то новое. Не надо этой херни нам тут. Отойдем в стороночку. Да, блядь, нет! Да это пиздос. Да какого? Да блять, твари! Да блять, я же первый. From the sky, my sword sweeps the land. Пиздец, бред. Gale Swift and Shadow Step.
Да какого, блядь? Получилось, охренеть, блять. Ну, сложный босс, но типа это стопудово не все, да, потому что он бы тогда не стал бы самым сложным боссом на свете. Go back with me to the sky. Let us get drunk before we continue this fight. Чекпоинт-то будет, я надеюсь. Ух ты, нихера, мы еще большими будем драться? Прикольно. Прям бог войны, слышишь, настоящий, которого мы ждали. Ну это просто отвал жопы. Понимаешь, да, что финальный босс того стоил? А, тут сейчас будет по-другому бой, да, построен, я так понял. Что надо делать? Прикольно, слушай, это вообще просто охуеть. Ну это, конечно, просто вообще вышка. Ну тормозит, конечно, только что херово. А твердая скала там еще есть, хорошо. Только что здоровье у них исчезло. А во. Thank you.
Я вообще такого даже не ожидал, честно. Осталось двое царей, давайте, суки. Мощная атака, землетрясение. Что происходит, блядь? Это просто что-то с чем-то. Второй готов. Чё? Это, блядь, вообще просто ахуй. Последний. Вот тебе-то, сука, не повезло, ты ж понимаешь, да? Уничтожен. Это было просто великолепно. И сейчас еще, по идее, бой будет, да, с одним? Скотина. Я прям вообще в каком-то диком восторге. Как ребенок сейчас сижу, понимаешь, и просто вот вообще радость, улыбка просто трындец на все лицо. Если бы она еще не тормозила, было бы здорово. Вот это хорошо! Это прям кайф. Давайте еще, я прям не наигрался. А вот сейчас будет какой-то пиздец, походу, да? Когда я уже освоил, сейчас будет ваншотить меня. Судя по всему.
Ага, нужен лед мне срочно. Да вот тварь. Да какого хрена? Тихо, давай, срочно нужно лечиться. Да, блядь, когда я атаковать-то буду, не? Там предусмотрена такая функция. Долго. Половину снял, нужно лечиться срочно. Есть. Как же это хорошо, слушайте, я не могу, это великолепно. Не-не-не-не! В смысле, что делать? А, так и задумано, видимо. Да, это часть плана. Давай-давай-давай еще. Это просто отвал жопы, лучший бой игры пока что. Вот честно, это лучший, самый постановочный, лучший именно из постановочных.
I hear tell this Yao Guai is high rank a thousandfold above that king. As his sire, he reveres me, and like a deity, he serves me. How dare you think I'm his slave? Kindly chant the loosening spell and release that, Tathagata, so that you can take back my headman, and I can be free. The court of that Yao Guai said he knew somewhat. Surely he's no mere mortal. He must be somebody from the court. Great. The journey ends here. Keep those eyes wide to bring them down. Watch me rip it off. And break free! Я себе показал все попытки, то есть я вообще недолго здесь сидел. Там, наверное, последняя попытка минут 25 шла только, а так, ну, минут 20 я посидел до этого. Ну, короче, там я это самое, концовки неудачной попыток покажу. My brothers tested you at my behest. All for this day. And only now do I understand that fight. No prestige can shackle him. No band can keep him caged. A mortal death for an unbound mind and will. May you not fail him. I'm now at peace. Your journey, though, has just begun. Круть. Потому что, ну, это прям было так хорошо-то, ёлки-палки. До сих пор не могу поверить, что я это увидел. Я увидел настоящий Рагнарёк. Каким он должен быть и каким Санта-Моника его просрала просто. Say, what's to come of destiny if he steps out of that mural? I make a living by reading what was written. The signs alone tell what's to come. What's to come is what's not yet written. No one can read what's not written. Destiny is written in what's done. What's done shapes what's to come. None escape. It's all written for me, if only I uncover all that occurred. So? There really is something even you cannot read. That's good. Very good. И теперь мне просто нужно пойти и заварить финального босса, кажется, да? Сейчас надо уточнить, ребят. Капец, сейчас четвертый час это буду записывать. Вы представляете, сейчас скоро... Это вот лайк не поставить, я на вас обижусь, все. Лазурный купол, заклинание. Между небом и твердью, где смертное племя живет, стоит обезьяний кумир, непреклонен и тверд. Избан превращается в каменную обезьяну и получает полную защиту от молнии и яда. Кроме того, он поглощает огонь и холод, усиливая себя. Избранный может использовать заклинание, но очко концентрации, очки концентрации, накопленные до превращения, преобразуются для последующего использования. Хорошо. Короче, сейчас надо переключить это превращение. Уиу. Двойной трезубец, новое оружие, слушайте. Оно того стоит? Сейчас проверим. Итак, давайте смотреть, изготовить оружие. Что там можно изготовить-то? Вот это что ли? Нет, подожди, что-то не то. Может вот здесь? Нет. Подожди, а какое там оружие? Что изготовить? Какое оружие изготовить-то можно, не пойму. Посох золотого луна. Легендарное, подожди, сюда нифига не пойму. Может, там ничего изготавливать не надо, просто сделать иначе. Сейчас, секундочку, выбрать заклинание. Здесь сейчас я выбираю вот это. А вот здесь, где там у нас было? Фиалковый град, лазурный купол, черный гром, золотое сияние, пепельные дремы, изморес, красный прилив, лазурная пыль, темное течение. Лазурная пыль, может быть? Вот, да. Хорошо. Сейчас посмотрим, что там за новое оружие. Я не знаю, может быть, и не буду показывать вам уже финальных боссов еще раз, да, сразу вам это самое покажу. Избранный включает в серию быстрых атак приема боя с копьем, усиливая атаки стиля выпадов. После сильного выпада из посоха в противника летят мечи. Ух ты. А стиль выпадов у нас вот здесь получается, да? Вот. Нет. Вот стиль выпадов, это вот это, да.
А что у нас там по этим, по развитию? А нифига у нас по развитию, да? Сейчас еще раз стойки выпадов, да, вот она. Ну хорошо, попробуем. Теперь что делаем? Я отправляюсь к финальным боссам. Ну ладно, давайте покажу вам просто, как это оружие работает на них, да? Почему нет перемещения. Прикалываешься сейчас? А, он исчез! Точно, я забываю про этот момент. Так, есть. Первая фаза пройдена. Скипануть нельзя, да? Нельзя. Да какого хрена? Да что такое? Что это было? Я просто в станлоке находил. Что-то, как бы это, скажу тебе, скажу, превращение какое-то не очень веселое, честно вам скажу. Мало очень урона почему-то. Но, видимо, там нужно дальше его бить-бить. Или у босса после слишком дохера здоровья, как вариант такой тоже может быть, да? Ладно, ну, в принципе, копье прикольное. Получилось. Есть красота. Ну, в принципе, да, он не такой уж сложный. Тем более, я уже до этого его побеждал. Итак, смотрим, чем закончится в этот раз. You must have heard tales about him. Some say he helped Tung Monk fetch the scriptures, was granted Buddhahood, and stayed on Mount Lingshan thereafter. Some say it was not him who was granted Buddhahood. The real him was already dead on the journey to the west. Some say that the journey never happened. He is nothing but a monkey who lives in some storyteller's tall tale. But now
You will hear a tale which no one has ever known. Ну, что-то пока все то же самое, что было. Я надеюсь, что, блин, я все правильно сделал. Хотя, вроде, ну все, боссов победил, можно идти. Ни с кем говорить не надо было. Сейчас посмотрим, может, что-то в конце просто поменяется, какая-то маленькая деталь и все. Does it matter if you become a Buddha? That headband has always been on your head. Keep those eyes wide open. Watch me rip it off and break free! Soon, Wukong, when you defied the Celestial Court, I had to seal you beneath the mountains with my immense power. Yet, after enduring punishment, you embraced the dark, uplifted good against evil, and subdued Yao Guais throughout the journey. For your contribution, I now bestow upon you the title of Victorious Fighting Buddha. He defied the Celestial Court, and the Jade Emperor imposed 3 ordeals. Only when the chicken finishes pecking the rice, the dog laps up the flowers, and the lamp burns through the key, the rain will fall.
one final toast before we crash the Celestial Palace! Круто. Вот это я понимаю, секретная концовка, не то что, знаешь, там пару вещей переделал, то целый мультик нарисовали. Молодцы. Слушайте, ну что можно сказать по итогам? Игра замечательная. Есть у нее, конечно, проблемы. И проблем много. Контента много, и проблем тоже много. Ну и хорошего тоже очень много. Понимаете, в чем вся беда? Я уже по всем тем пунктам, по которым я проходился, уже, наверное, не буду пробегаться, потому что у нас смысл. Типа, ну да, там есть проблемы с левел-дизайном, есть проблемы с оптимизацией, есть проблемы с мусорным контентом. То есть много, например, боссов, которые просто говно. Враги, ну такие себе все. А так, ну типа, сюжет не очень понятный, я бы сказал. Да, то есть без чтения, наверное, оригинального произведения. Ну, тут сложно понять, что происходит, но следить было на самом деле интересно. Из хорошего, но все остальное хорошо. Музыка хорошая, графика хорошая, боевка классная, мне очень понравилась. Прокачка очень интересная, потому что, ну, там реально дофига классных навыков, можно дофига билдов собрать, шмотки интересные, все оружие тоже неплохое. Хотя тут, опять же, все только палки и копья, типа два вида, но при всем при этом драться все равно классно. И я не устал, честно говоря, даже в конце этого прохождения. Что еще добавить-то? Боссов много до хера классных просто. Финальные секретные вообще офигенные. В целом, по большей части, впечатления сугубо положительные. Да, опять же говорю, есть у игры прям такие очень слабые моменты, которые прям аж бесят, даже до мата доводят. От того, насколько это плохо сделано. Но при всем при этом, учитывая, что тут небольшая команда это все пилила, и это первый их проект, это что-то за гранью, честно говоря, добра и зла. Ну, в хорошем смысле, само собой. Типа, это какой-то невероятный успех. И я, честно говоря, очень рад за ребят, что они смогли продать 20 миллионов копий. Они этого заслуживают, правда? Я даже заинтересовался китайской историей. Сейчас читаю китайскую историю благодаря этой игре. Купил там себе гигантский учебник по истории Китая. Купил там про мифы, книжку про нее скоро напишу. Короче, ну, великолепная вещь. Одна из лучших игр года. Один из лучших экшенов в игровой индустрии. Строго рекомендую к ознакомлению. Прям обязательно, ребята, оно того реально стоит. Я прям вообще не пожалел ни часа потраченного на нее. Опять же говорю, моментами будет жопа гореть, да, моментами криво-косо, но в целом ощущения сугубо положительные. Работа проделана колоссальная. Уважение мое просто глубочайшее. Молодцы. Ждем нового DLC. Ну все, ребят. Надеюсь, прохождение это понравилось. Спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать. Подписываться на канал, на Серегу подписывайтесь, там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там трансляция. На второй канал, там записи трансляции выкладываются, если вы пропустили. И не забывайте поддерживать канал рублем. Это помогает ему оставаться на плаву и развиваться. Ссылки все в описании. Всем спасибо, всем пока.是宁成花。
他们被说成熟，区区八十一难，孰可成悲，光明灿烂。